Две женщины, два итальянских города, две победы. На муниципальных выборах в Риме и в Турине кандидатки от оппозиционного движения «Пяти звезд» лидируют во втором туре голосования с таким отрывом, что их преимущество уже не вызывает сомнений. Вирджиния Раджи в борьбе за мэрию Вечного города набрала около 65% голосов, вдвое больше, чем ее соперник, кандидат от правящей демократической партии Роберто Джакетти. А Кьяра Пендино в Турине на 10 пунктов опережает опытного политика, демократа Пьеро Фассино, нынешнего градоначальника. Джакетти и Фассино уже признали свое поражение. В Милане голоса избирателей разделились почти поровну между демократом Джузеппе Салой и Стефано Паризи, которого поддерживает коалиция правоцентристских партий. По данным экзит-полов, Сала вырвался вперед. Второй тур выборов прошел в 126 городах Италии, был отмечен рекордно низкой явкой. Проголосовали лишь около половины избирателей.